Честно, от этого бокса я тоже охуел. Не от его содержимого, а от его размеров и этой охуительной гравировочки. Но и от размеров тоже. Он настолько огромный, что на мои ебаные маленькие коробочки он не поместился. Поэтому он сейчас меня вот здесь вот так вот ущемляет на моем же диване. Ребятки, это Malaysian Tobacco. Да, все правильно, это не чай. Это Malaysian Tobacco, это новый продукт на рынке. Малайзия наконец-то сделала табачную продукцию, которую я лично очень ждал. Не потому что, возможно, они сделали ее крутую, не потому что она, возможно, курица охуенно и даст всем пососать. Нет, а только потому что дизайн их пачек просто что-то неебически охуительное. Поэтому, ребяточки, у меня есть вот такой вот огромный бокс. Он зеленого цвета, и на нем написано Malaysian Tobacco из Малайзии с любовью для меня. Да. Давайте, собственно, посмотрим, что у него внутри. Он вот так вот открывается. Открывается, причем очень размахисто, и ему реально нужно прям много места, чтобы все это открыть. Как я понял, суть этого бокса – коктейльная вечеринка. Потому что у нас здесь есть вот такое вот письмецо. Давайте я вам прочитаю его. На связи компания Danger, и эта коробка была собрана специально, чтобы ты вместе с нами проникся атмосферой и энергетикой вечного. Лето, море и солнце. Вот сейчас, знаете, как будто на рану насыпали соли, блядь, из-за того, что сейчас ебаный карантин, и если он продлится до конца лета, то хуй вам. Ни лето, ни море, ни солнце, а только лишь то, что отправил Danger. Ну или Malaysian Mix. В боксе ты найдешь всю линейку вкусов табака Malaysian Tobacco. Да, давайте вот посмотрим, сколько здесь табака, как это все охуительно разложено по цветовой гамме. И выглядит это реально круто. Контроллер жара Shuttle. Кстати, ребятки из Малайзии сделали вот такой вот коллаут, назовем это так, колодку. О ней я чуть попозже расскажу. Ликер Ягермейстер, это ликер Ягермейстер, вы поняли, да? Типа, я думал, заебись, сейчас в коллекцию добавится еще один охуевший большой ягерь и Куантро, думаю, заебок. Это, ребят, вы моей дочери, что ли, отправляли, блядь? Я не понимаю просто, это, блядь, что нахуй, блядь? Ну, ладно. И, как бы, да, Куантро. Дискотека, заебись, напьемся. Ну, ладно, как говорится, дареному коню, особенно во время коронавируса, уж точно не смотрят на зубы, да? Парочку лаймов, да, лаймы там есть. Апельсиновый сок, рич. Именной шейкер, кстати, да, ребятки, шейкер прикольный, то, что он именной, я вообще на самом деле как бы не прибухиваю, но именной это охуительно, Malaysian Danger, спасибо большое. Стеклянный бокал, вот он, стеклянный бокал, вы можете его увидеть, он просто не доехал, он разбитый почему-то был. Эксклюзивную футболку и кепку, вот у нас, собственно, кепочка, давайте мы ее сейчас посмотрим. Снэпбэк как раз закроет мои обросшие волосы, потому что я, блядь, не хожу в барберный. А знаете почему? Потому что они, сука, не работают. Так, мы одели снэпбэк. И, собственно, давайте глянем на футболочку. Футболочку я не открывал. Я оставил ее так, как есть. Так. Бля, ну она охуительная. Она реально охуительная. Ну-ка, что там, XL-очка? О, 3XL. Охуительная. Не знаю, мне нравится. Прям я не ожидал, что она будет настолько охуительная. Но материал, бля. Вы скажете, да, вы ебать ты охуевший, доебываешься до всего, блядь. Тебе на халяву все присылают, а я ты доебываешься. Ну так, ладненько, ребятки, все, мы закончили с боксом. Короче, вот такой вот он охуительный. Теперь давайте перейдем к табаку. Так, маленькая информация. Здесь 24 вкуса, это вся линейка. Давайте попробуем из этих 24 вкусов выбрать 2 вкуса.
Табак еще от Малайзии я не курил, поэтому, ребятки, мы пробуем вместе с вами, кулачки сожмем. Надеюсь, что я не обосру сейчас этот табак. И надеюсь, ребята реально сделали что-то стоящее. Маленькая пометочка. Средняя розничная цена 200 рублей за 50 грамм. И продается это тоже только в 50 граммах. Если сейчас он будет охуительный, то есть, ну, хотя бы хорошо, то это уже заебись. Охуительный продукт. Вот в такой вот охуительной пачке за 200 рублей. Да, охуительно. Еще маленькая пометочка. Здесь также, ребята, что и в чае, оставили капсулу холода. Поэтому, да, да, поэтому я и говорю, давайте выберем два вкуса. Один забьем чистую, а второй добавим эту капсулу холода. Так, давайте я сейчас попробую вот так вот вытащить первый вкус. Вот, смотрите, не смотрю. Так, вот я взял пачку. Бля, надеюсь, не хуйня. Что-нибудь интересное. Так. Red Garnet. Так, это у нас вкус Red Garnet. Есть ли, интересно, пометочка, что это за вкус? Нет. Давайте посмотрим по списку вкусов Red Garnet. Зерна спелого граната. Окей, Red Garnet у нас есть. Давайте попробуем вам второй вкус вытащить. Я вот не смотрю. Оп. Так, достал пачку. Достаю. Они просто приклеены. Deep Purple. Так. Deep Purple. Спелый сладкий виноград. Как вы знаете, виноград я ненавижу. Поэтому в этот виноградик мы сейчас захуярим капсулу холода, блядь, капсулу смерти. Короче, что из себя представляет эта капсула смерти? Думаю, многие знают. Это что-то типа суспензии, блядь, на супернову. И типа ты берешь вот так вот пачку. Да, вот сейчас мы вот так вот откроем это. Вот так вот открыли. Вот так вот, вот так. Ха-ха, блядь. Типа вот так вот открыли, поставили наш виноград. Он, кстати, пахнет прям вот как я ненавижу. Блядь, виноград пахнет так, как я ненавижу, что от него начинает болеть голова. Так, у меня есть ножницы. Мы, короче, берем вот так вот, отрезаем капсулу холода. Да, охуительно. И, собственно, эту всю дрянь выливаем вот сюда. Вот так вот мы все вылили. Кстати, если ее попробовать. Холодно, пиздец, сжечь начинает. Не пробуйте. Далее мы берем это, типа, вот так вот все перемешиваем в капсуле холода. Кстати, прикольно, знаете, чем? Охуительно. То, что мы взяли мой самый нелюбимый вкус и добавили туда холода. И потому что сам по себе виноград достаточно приторный. Посмотрим, получится ли захуярить так, чтобы это было максимально свежо. Либо хотя бы, чтобы это было прям очень круто-круто. И заодно давайте сейчас попробую вам рассказать про этот шаттл. Короче, я вначале думал, ребята сделали какую-то хуйню очень легкую, блядь, из алюминия. Думаю, что за дрочняк, блядь, еще какая-то гравировка, шаттл, блядь. Почему нахуй шаттл, думаю, блядь, он что, как куда-то что-то доставляет, блядь, или что? Короче, долго гадал, думаю, нахуя они спилили эти штучки, ведь они очень важны, наделали там много ребер. А потом, когда мне скинули описание этого шаттла, я вам сейчас его прочитаю, чтобы вы примерно понимали, Danger, а это Malaysian Mix, разработали свой собственный call-out шаттл, у которого есть несколько неоспоримых преимуществ. Я поначалу, так же, как и, наверное, вы, рассматривая его вот так, снаружи, сверху, снизу, не обратили на очень важную деталь. Вот сейчас внимательно, давайте я вам сейчас еще раз покажу его снизу, покажу его сбоку и покажу его изнутри. Видите? А теперь вопрос, где болты, блядь, на что, что их, блядь, соединяет? А нихуя его не соединяет, блядь. Это сплошной кусок алюминия,
АМГ-6. Высококачественный, износостойкий металл. То есть, поэтому он такой и легкий, и в нем нету соединительных элементов. То есть, он нихуя не раскрутится, ничего с ним не будет. Но он очень тонкий. И у меня есть подозрение, что он сейчас начнет перегревать. Поэтому давайте мы сделаем так. Red Garnet мы захуярим вместе с шаттлом. А Malaysian Tobacco забьем на обычном издроченном моем оригинальном коллауде и просто сравним примерно, что быстрее разогреется. Так, чисто образно, да? Поэтому, ребятулечки, я пойду сейчас все это забью и приду заново к вам. Вы, конечно же, это не успеете заметить. Короче, забил я две чашечки. В одном у нас шаттл и какой-то вкус непонятный, но без этого. Без холода, без капсулы холода. Во второй чашечке у меня виноград плюс капсула холода на классическом, обычном, задрыпанном коллауде. Пока сейчас я забивал на шаттле, я понял, что, короче, объясню сейчас примерно, что я имею в виду. У него нету стоек, куда закручиваются болты. То есть, как бы там, как бы, по идее, пространство должно быть больше. И, как заверяет производитель, нет стоек для соединения верхней и нижней части, что позволяет без каких-либо препятствий положить в шаттл три угля. У меня, блядь, как бы не залезло три угля. То есть, как бы, ну, блядь, я не знаю, какой уголь использовать. Может, 22-й туда залазю, да. Но и в обычный можно запихать. Короче, не знаю, вот прям не знаю, как бы. То, что он сделан из цельного куска, ок. То, что у него снизу нет пупырок, это как бы тоже не очень круто. Потому что если ты шаришь, то ты прекрасно понимаешь, для чего эти пупырки нужны. И если ты еще лучше шаришь, ты должен понимать, что коллаут щеткой тереть нельзя, блядь. Это то же самое, что ты свою, блядь, охуевши дорогую плитку будешь, блядь, после своей яичницы, блядь, тереть металлической щеткой. Это примерно один к одному то же самое. Ля-ля-ля-ля, короче, тарым-парым-парым. Давайте прочитаю вам про табак быстро, что это вообще такое, как нам это излагает производитель. И уже давайте попробуем все это раскурить, как раз, думаю, прогреется, и там можно будет сравнить, что же пизже. Классика в виде классического оригинального задрыпанного старого коллауда, либо новый шаттл из цельного куска алюминия AMG-6. Погнали! Malaysian Tobacco – это вареный акцизный табак средней крепости бленда Burley и Virginia. Благодаря правильному подбору бленда табачного листа нам получилось сохранить стабильную среднюю крепость и сохранить низкую цену, не экономя на ароматизаторах. То есть, типа, тут охуевшая аромка, и сейчас должно быть пиздец-пиздец как сладко. В табаке используются ароматизаторы из Европы и высококачественный табачный лист. К каждой упаковке табака прилагается капсула холода, добавь которую в пачку, можно получить эффект свежести. На данный момент вкусовая линейка состоит из 24 вкусов. Пам! И стоит это все 200 рубасов. Что? С какого начнем? Я думаю, наверное, с шаттла, где у нас нет капсулы холода. Потому что я, на самом деле, в последнее время очень плохо переношу все эти суперновые. Все эти льды, блядь, потому что мне прям дико от них хочется кашлять. Погнали. Так, ну шаттл у нас пока еще не раскурился. Давайте попробуем классический коллал. Кстати, они оба были холодные. Здесь примерно та же история. Кстати, эта капсула холода дает прям не то чтобы ебейший вот этот эффект суперновы, который разъебывает тебе горло. Нет, он дает реальную приятную свежесть. Виноградик прям стал такой приятный, но один хуй виноград хуйня. Какой бы виноград ни был, он хуйня. Ну, не знаю, судя по всему, возможно, то, что здесь есть холод в этой чашке, она как-то по-другому реагирует на жар. Но пока месть задрыпанный коллаут в плане прогрева лидирует. Я попытался максимально одинаково забить чашки.
пока непонятно. Давайте пока поговорим на этом кальяне, что к чему, как он курится. Скажу так, что он не очень крепкий, то есть он не средней крепости, он чуть ниже, он очень приятный. Аромка у него прикольная, яркая. При своей цене в 200 рублей за 50 грамм, я примерно акцизного продукта, я примерно понимаю, что он очень хорош. Так, этот уже полностью раскурился. Появилась какая-то никакая крепость. Ну, как бы чувствуется, что ты куришь не чай, а куришь табачный лист. И привкус есть. И все как положено. Давайте-ка мы сейчас на него забьем хуй на какое-то время, пока будем курить наш шаттл. Да, для чего? Для того, чтобы посмотреть, как он реагирует на жаростойкость. Чисто ради интереса. Ну, пока, если честно, бля, ну я вот хотел забить на него хуй, но я хотел кое-что сделать. Вот, только разгоняется. То есть, ну тут уже понятно, что, возможно, он типа новый, но хотя как бы новые коллауды наоборот дают жарка гораздо быстрее и прогреваются гораздо быстрее, чем задрыпанные старые, да, как... Молодую шлюху, которая резвая, дикая и проявляет инициативу, либо старая, задрыпанная, которая стоит на трассе, которая просто потрахает мое тело, я просто полежу, блядь, и получу свои деньги. Как бы, ну, здесь такая разница, но, по крайней мере, кажется, что в данный моменте все наоборот, блядь. Ну, я не знаю. Так. Я не хочу, конечно, топить продукт, пока он еще не появился, даже, как я понял, в продаже. Поэтому давайте-ка мы попробуем все-таки вот так вот сделать. Возьмем вот сюда, поставим. А туда поставим наш коллаут. Примерно вот так. Чисто для честности эксперимента. И давайте попробуем зарвать. Господа, другое дело. То есть сразу начали чувствоваться и хороший вкус, и сразу появилась крепость. А здесь наоборот. Короче, дадим давайте шанс все-таки этому шаттлу еще. Я его поюзаю нормально. Пускай он понагревается, поостывает. И потом, собственно, в инстаграмчике о нем напишу. Теперь, что касается табачка, он реально действительно прикольный. Я бы не сказал бы, что он очень-очень средний крепкий. Немного ниже, чем средний крепкий, но при этом... Какая-то крепость в нем есть, и самое главное, в нем присутствует тот самый интересный и любимый аромат табачного листа. У меня есть еще очень много вкусов, которые я должен буду попробовать. И я об этом тоже напишу в инстаграмчике. А кто уже покурил его, то, ребятки, давайте чекайте в комментарии по данному продукту. Бокс, конечно, пиздатый, крутой. Огромное спасибо компании Danger. А шаттл все-таки я тоже еще поюзаю, мне он очень интересен, то что он из цельного куска. Поэтому, парни, всем пока, это Malaysian Mix со своей табачной, блядь, продукцией. Наконец-то, блядь. Пока-пока. Ну, прикольно. Че, табачок, я долго, блядь, ждал его, нахуй.